поверхности. Ты поскорее. Мы можем пойти отсюда по течению. Не думаю, что у нас есть выбор. Я пойду впереди. Рейчел за мной. Илона, прикрывай снизу. Что-то я бежать не могу. Сейчас, походу, все рухнет, да? Да-да, тут все трясет. Так. Следи за своим термометром. 7 градусов. Выплывай, ёб твою. А, скриптомано. Как они нас не видят? Вода просто слеза младенца. Грена! Круто, очень круто, я вам скажу, штурм. Ой, это что такое? Возьми пушкан свой. Это мой, нет? Да, это вроде... Нет, это не мой. А где мой-то? А вот это, наверное. Да, похоже. Так, ну чё? Это что такое? Ё-моё. Клади их быстро! Сенсор. А так, оскол. Нифига круто. Так, а чё тут лежало? Пушка какая-то. Не, осколочную против толпы будем, более большой. Вот когда это была, примерно так. О, нормально, давай. Ой, не ту нажал. А, ну это тоже хорошо. Ну-ка, давай-ка. Блях, муха. Чё я сделал? Куда-то выбежал не туда, да? Ладно, отследовать, что-то я отделился от стаи, так сказать, да. Ну, следую. Что тебе не нравится-то? Вперед! Я-то иду вперед, что ты не идешь? Мне вообще туда надо было. Вот сейчас смарт. Блин, это не смарт был. Ну, давайте смарт. Офигенно, чё? Всё чисто. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Кто останавливается? Никто не останавливается. Вот какие горы. Так. Ура, с горки покатались. Офигеть. Это дым. Это наверняка вертолет. Давайте, надо идти. Смотрите под ноги. Ветерок уже чувствуется. Упадем по-любому. Иди, противник! Дроны! Смарт. Огонь из-за... Ты... Надо идти. Смотрите под ноги. Ветерок уже чувствуется. Впереди противник. Уё! Какого хрена?
Огонь не с нами, Митчелл! Эми, да с удовольствием. Бам. Да что ж ты будешь делать-то? Ну этих так-то замочи, чё-то. Супер! А вы куда делись-то? А-а-а. Гррр, круто. Контакт, прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Да гранаты им тут кинуть. Слышу вас хорошо. Высылаю на вашу позицию транспорт. Я пойду вниз, попробую их вымотать. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Ух ты. А что делать? Прикрываю тебя огнем. Огнем и мечом. Водой, блин. Так, водой. Где? Они возле груза. Да вижу я, где? Вернуть. Да прикрываю я. А, мне идти типа надо. Ну давай, пойдем. Проиграл, что ли, не пойму, или чё? А, не. Заскриптовано. Это холодище там в этой воде, блин. Поверь мне. Гидеон? А, плюс один. Докладывай всем. Плюс один. Хворос и Майклс погибли. Что? Только сейчас, Гидеон? Ахахаха! Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много. Я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный удар по США. Он втайне разрабатывал биологическое. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Нас бы уже не было. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ладно. Тогда веди нас. Пушечку-то дайте мне. Митчелл, Кормак, хватайте стингера и прячьте. Так. А, подожди, летательная. Это что такое еще? Не знаю. Атлас 2-1, мы готовы, забирай нас. Мы покончили со стражей. Вас понял, Гидо. Мы без слова. Мы уже собирались прилететь без вас. Груз в безопасности? Дайте мне пальнуть. А, стоп. Круто, тишина, безмятежье, зима, вечная мерзлота. Сбейте его! Быстрее, Митчелл! Пушку, блин, дай другую, ёб твою. Или не надо? Эвакуация! Идем на вашу позицию! А где оружие-то, ёб? Или не суть? Да, походу, не суть. Обожаю, блин.
Прыгай, прыгай, давай. Давай, давай, давай. Кнопочку, кнопочку, е. Прыгай, Митчелл. А там, по-моему, еще что-то было, нет? По дороге гости. Везем для беседы. Корм, конец связи. Блин, как же круто. Так, вот, два очка дали. Наверное, гранатой замочили, походу, да? Или чё? Ну, давайте что-нибудь качнём там. Чё-то у нас есть. Бег. А, летательные. Так, чё мы хотели? Перезаряд. Перезаряд качаем. Отлично, круто. Всё, едем дальше. Так. Это мантик... Ёб твою, опять... Биооружие против определенных генотипов. Почему на заставке если тормоза? Если твоего нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать, что... Где и как. Иначе нам Айронс не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. С группы Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Это Кадюка 3-3. Нас попали. Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу! Приготовиться к удару! Все! Прыгай! Да! Оу, есть! А, потом наверняка будет какая-нибудь миссия там в Сибири, да? Но... Или там в Москве. Ну, я, конечно, предполагаю это. Могу ошибаться. Да, именно так. Биолаборатория, 2060 год. Чё, тут несколько лет, что ли, война идет, я не понимаю. Как все быстро. А чё ничего не видно-то? Вот они! Валим! Валим, валим. Уворачивайся. Дай этому снайперу убить нас! Не даю, чё делать? Ф. А, надо следовать, блин, а я тут разведданные. Вперед, вперед, вперед! Почему он тебя палит, а меня нет? Не видит, что ли? Косы, снайперы у них. Не то, что я, да? Уворачивайся, блин. Экзо загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Как лезть-то, ёп. Вверху! Шевелись! Держись! Давай! Давай! Даю! Экзо, скрыть!
Наконец-то я невидимый. А ты где? Ты не увидел, кто там побежал-то? Кабанчик, что ли? Приближается патруль. Вы тот, что спали. Ништячок. Этот слушатель. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Правее. Замочи ты его, что-то, я не знаю. Блин, да убери ты его, что-то, я не знаю. Нас раскрыли! А как? Почему? Я вижу движение! Давайте уже пишите, что миссия провалена там. Ну. Наконец-то. А почему? Я не пойму. Что-то не по... Наверное, побежал, потому что... Только в крайнем случае. Что же я миссии-то запарываю, я не знаю, блин. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Черт. Он сказал, перепроверим или бери проверим, понятно. Так, у меня костюмчик разряжается. Чё это? Ё-твою, это я нажал. Да, мне тоже бы надо. Блин, как круто, а? Быть невидимым. Гидеон. Не думаю. Я не думаю. Бам. Ладно.
А, маскировка не разрядилась даже. Заметили? Я, в принципе, не тороплюсь. Они нас видели! Да... Ну, блин. Они идут. Ну, почему? Почему? Непонятно. Я же... Я потому что присел, наверное. Да ушел я уже, в отличие от твоего Галимова. А, можно просто shift нажать, так. Блях, муха! Какой? Быстро. Я понял, я просто C зачем-то нажал, ну то есть это присесть или лечь, я уже не... Ёб твою. То есть это присесть как бы, а я присел прям на дороге там. Приспичило мне присесть там. Есть, ну давай. Походу мясо будет, да? Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока всем тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много босс. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Обращаемся. Это чё? Вот это чё это такое? Чё-то забыли нарисовать деревья или чё-то такое вообще? Или это у меня чё-то? Ладно. Крутой ублюдок, надо признать. Всё, поехали. Чего? Вот это что ли? Наша точка прорыва. Митчелл, веди нас. Веду. Маскировку-то говорить, что... Как я их уберу? А, я, кажется, знаю, как. Ну, убирать или нет? Да. Мы проникли в здание. И движемся к серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Действуйте по плану. А, это наш. Давай на лестницу. Прикрываю.
А что делать-то? Как он меня увидел-то, не пойму. Я не то что-то нажал, что ли? Так, парни, берем все. Карды, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начиная передачу. Войдите в систему. Пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик-пик. Те два, там. Бинго, посылку у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Термит. Тут не только биологическое оружие. С этим мы свалим, Айронса. Эх. Ты как? Нормально. Посылка получена. Молодцы. Идите ко второй цели. Вас понял. Выдвигаемся на химзавод. За мной! Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел. Ясно. Кого тут долбить? Вон, чуваки побежали. Да, здорово. Быстрая перезарядка, шикарно. Ух ты, засранец. Гранаты взрывают прям. Ух ты, нифига пушка. Мини-УЗИ. Да кто палит? Как сенсор сдолбить? А, вот так. Убрал сенсор! Мало боеприпасов. Давай это, что ли? Секундочку. Так, все. Обходи слева так. И справа. Нельзя, чтобы нас прижали. Хорошо. Сенсор. Что с тобой? Убрался. Это мяско. Где-то еще сенсоры. Вот это, да и вот там где-то. Ну, погнали, чё. А вот хрен тебе. Патрон мало. Ух ты, какая скорострельная. Так, смарт. Зашибись. Ой, блин, чё? Ууу, всё, мне хана. Нет? Не, вроде простили мне это. Этот конфуз. Своего перепутал, как я мог. Как я мог. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, ставь FRB. Закончим с этим. Так, куда еще? Всем выйти! Подожди, я еще не вышел. Митчелл, ЛКМ, давай. Бам. Все? О, вот это. Выходу готовы. Так. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся.